Я в окружении двух компьютеров. Всем привет, у меня мама. Она принесла свой компьютер. Я на своем сейчас буду монтировать серию. Плюс на мамином компьютере хочу посмотреть, если могу начать работать над налогами. Потому что уже пора. Год назад я уже сделала налоги, а тут я что-то... Тяну резину, пора уже это делать, и тянуть нету времени. Так что вот такой у меня день будет, я думаю, пока мама может помочь. У нас же каникулы уже начинаются, ну по идее с понедельника, но у нас это начинается с четверга, так как второй четверг месяца. У нас всегда выходной, и учителя взяли профессиональный день в пятницу, так что у нас экстра длинные каникулы у детей. Правда, показывают, у нас в основном будет погода 50 чем-то так градусов. Не самая теплая, но все может еще поменяться, это же Талса. Так что всем с добрым утром. Ну что, много часов прошло. А дело для себя так и не сделала. В общем, Дэнни, когда вот это через все бумажки проходил, он нашел все бумажки, которые подходят для наших налогов, да, которые мне надо использовать для налогов. В стопочку положил. В общем, не знаем, где эта стопочка. Я не могу эту стопочку найти. Он мне уже говорит, там поищи, я это не нахожу. Он говорит, ну ладно, говорит, я потом приду, найду. Делай мамины налоги. Ну, короче, сделала я мамины налоги. Провозилась, это, конечно, такая... Короче, у меня такое дело. Я налоги много лет делала на моем самом старом компьютере. Потом у меня... Ну, он уже так зависал, что я... У меня был когда-то Mac, и я на нем сделала. Я думаю, все, после этого буду делать на нем. Он новее, бла-бла-бла. Короче, угрохала я свой Mac. Mac, короче, тю-тю. После этого, чтобы это все на Mac этот перенести, мне надо было старый включать, чтобы туда информация, знаете, чтобы по новому не делать. И, короче, так работала с двумя компьютерами. В прошлом году все опять надо было так же делать, этот старый компьютер включать и мамин новый. Мы решили на мамином все сохранять. Сохранили, все нормально. Теперь... Теперь что? Теперь я иду на вот эту компанию, которую мы используем для налогов. Они вообще все поменяли. Это вообще не... Вы не скачиваете это на компьютер, а это делается ну прям вот с ихнего веб-сайта. Вот это все. И короче, опять все по-новой надо это делать. Я так, о май гаш. Каждый раз я этот год я думаю, ну все, сейчас будет только легче, потому что оно все на одном компьютере, оно быстро этой информацией поделится. И нифига не поделилась. Ну короче. Ладно, же сделано. Мамины уже и налоги, и на штаты, и на федеральные, короче, все сделано, заплачено, только теперь ждать возвращения денежек ей на счет. За свой я не могу взяться, потому что вся моя информация где-то в стопочке лежит в нашем доме. Это может печально закончиться. Я надеюсь, что он все-таки найдет, потому что я уже как будто искала везде, где-то может быть, и не нашла. Короче, немало баба в клопоту. Тюк-тюк. Ладно. Пошла я серию загружаю. Я тут, видите, на одном компьютере налоги, на другом компьютере серия, короче, песня. В общем, я решила себе сделать курочку. Сейчас я поставлю духовку на медленный огонь. Нехай себе томится там. Я сейчас фольгой закрою, а потом уже... Под конец немного подрумяним его. Ну, в общем, пусть себе тушит. Итак, малыш заснул. Хорошо, что мама дома.
Потому что он заснул как раз перед моим выходом. Я еду в школу за старшими детьми. У нас 66 градусов, 65. Ну, короче, может и меньше, сейчас оно будет уменьшаться. Ну, тепло. Тепло очень приятно. Для градусов 60. А я чуть-чуть померзла. Дома холодный. Не доходит до носа. Вот. И сейчас будет горячего чайку бахнуть. Но в машине сейчас тепло, потому что она на солнышке постояла, приятно. Ладно, еду я за старшими. И Анжелика, ей надо заехать в Goodwill. Она ищет какую-нибудь одежду в с принтом, таким леопардовым принтом, потому что у нас каждый год делают показ талантов, и, в общем, ее подружка уговорила, чтобы она танцевала с ними. Она говорит, я так это не хочу делать, я, говорит, это совсем не я. Говорит, я не люблю быть на сцене перед всеми. И, в общем, они делают танец Cheetah Girls. Это, короче, когда-то было шоу на диснейском канале. Короче, девчонки там все наряжены в таком принте. Я говорю, а когда у тебя, когда это шоу? Она говорит, в среду. Я что-то уже раскатала губу, чтобы пойти посмотреть. И потом мне позвонили. А дантисты напомнили, что у меня будет это удаление корня, вычищение нерва, короче. Да, весело, весело, весело. Так что хотела бы увидеть ее, но она, я думаю, довольна, что я ее не увижу. Она не хочет это самое показываться. Но это она за всю свою школьную жизнь вот это впервые участвует в показе, в этом показе талантов. Габриэл, вы видели, в прошлом году он делал фокусы, да? А для нее это первый раз. Ладно, едем. Сижу в машине, жду своих. Я пока сюда доехала, думаю, засну. Солнышко сияет, здесь так тепленько. Я как кот пригрелась. Чувствую, что если только позволить себе глаза закрыть, я нафиг засну за рулем. Хотя всегда думала, как можно заснуть за рулем. Так хорошо. Хорошо, когда малышей нет в машине. Мои, наверное, уже ждут там, надо дать им знать, что я здесь. Они хочется, хочется спать. Куда Анжелика на тренировке, так что я... Yes, it was! Julian, to you. Лежу на передних сиденьях, отдыхаю. Так, мне спать охота, прям вообще. А солнце на меня сияет, так и хочется заснуть. Короче, я до сих пор лежу. Так даже заснула хорошо. Дети здесь запарились. Я наконец-то нагрелась, они запарились. Скарлетт сказала, все, я иду, говорит, на площадку. Она на площадке. Старший говорит, нам жарко. Открыли двери, теперь мне холодно. Анжелика мне пишет, говорит, что, оказывается, они на тренировке, они практикуют этот танец для показа талантов. Короче, хоть... Мама поспала немножко. В этом такой позиции очень удобной. Ну, мы мамы, мы можем спать. Мы можем и стоя спать. Короче, бабушка нервничает. Дочка наконец-то вернулась. Теперь ждем Скарлетт с площадки. Говорит, мы идем, говорит, Goodwill. Говорит, какой Goodwill? Тут уже бабушка это. Наш дождаться не может. В общем, посмотрим. Сейчас едем домой, я думаю. Только у двери, бабушка сразу за дверь. Боится это, трафика, движения. Тогда машины все... Ну, короче, вы меня поняли. Да, baby. Go outside? Yeah.
на улице просится, потому что хорошо, в самом деле хорошо. Но что-то такая сонная целый день, что за дела? Я думаю, надо чаю выпить. А, кстати, Анжелика сказала, что ей позвонили из лофта, первый магазин, в котором у нее было интервью, и сказали, что они хотят завтра по телефону с ней поговорить насчет позиции, я так понимаю. Так что, фух, лед тронулся. Ну ладно, посмотрим. Красота, прям лето. В общем, мы с девчонками и с Джашком, конечно, вышли погулять немного. Come on, girls! Let's go now, Mom. We're not going to the park, baby. I'm not taking you by myself. Хотят в соседский парк, но я что-то не решаюсь брать их двух на велосипедах и Джашка в коляске. У меня не хватит ни глаз, ни рук, ни ног. Надо папу в помощь, а папа пока занят. Погода обалдительная. Wow, be careful, sissy. Watch out for little sister. Джашик, пошли гулять. Пошли гулять, Джашик. Yeah, агу. Агу. Непонятно, то я вам говорила, что что-то замерзло. Не знаю почему, говорю, погода классная. То теперь вот тренька у меня чуть ли не в маечке. Замечательный воздух такой, весенний-весенний. И начались у нас тот сезон, когда можно наслаждаться, этот короткий сезон, когда можно наслаждаться двором, когда еще комаров нету и жары нету. О, кубики мы строим. Замок. Yeah. And it's growing flowers. Mommy, point it. Yes. Point at him. Papa. Mommy, it's so pancake. Oh, I know. Мы хорошо с девчонками погуляли, но они хотят в парк. В общем, одели уже курточки мы такие, ну, ветровочки. И Дэнни сейчас их поведет в наш соседский парк. И они там погуляют, у нас совсем времени мало осталось. Сейчас уже 6:30. И, конечно, прохладнее становится, как солнце уже зашло. Так что они с папой пошли гулять, а мы уже... Он носок ест. Ему надо все в руки что-то давать ему в руки, вот когда я ему меняю подгузник. Ну, теперь такой, что не хочет лежать. Ему надела носок на его ручку. И он там это сам был занят, пока он носок снял. Теперь он его ест. Короче, отвлекаем как можем. Ма. Так что я надеялась, что он будет спать. Не знаю. Почти 8:00. То есть уже 8:00, почти 8:00. Мы с Анжеликой едем комиссионный магазин, который рядом с нашим поселком. Ей же надо, мы же в Goodwill так и не вышли, ей надо это кофта или рубашка, или футболка с принтом леопардовым. Так что едем. Пожелайте нам удачи. Может, немножко сниму там. Нашла вот эту сковородку. Нужно омлет сделать. Сангун. Вот так. Переверну на вторую сторону. По крайней мере, мне так кажется, можно. Мне кажется, что это для этого. Стоит 4,94. Ну, батарейка сдыхает. Ёлки-палки. Прикольная, самая настоящая картина, кстати. Масло. Масло нарисовано красиво. Мне нравится. Интересно, сколько это стоит. 14. В общем, наверное, будет $15. Симпатично. Или вот такая картина. Мечта моего мужа. Сельская жизнь.
с красивым домом, с большим крыльцом. И мой белый забор, как я хочу. Но это не настоящая, это копия, это не настоящая. Тоже 14 тысяч. Остановилось чисто потому, что тут Josh написано. Ну, видите, дата, наверное, рождения или чего? 1 мая 99 года. Я еще даже Дэнни не встретила к этому времени. Такая бутылка. Ну, конечно, такое покупать не буду. Не надо нашему такая бутылка. She didn't my black jeans, so... Okay. Well, probably this one. This в общем, показывает это или... или... Что мне диазовать? Well, this one's или вот это. I like this one, because it's lighter material. Yeah. Ну, это ясный перец, что это она будет его носить... Ой, а что такое? А что случилось? Она будет его носить только ради этого, и все. Один раз. Купить можно на день матери украсить? Не знаю. Это $10. Моя подружка Валя, окей, она учительница географии, она как раз ходила вот по разным секонд-хендам, смотрела всякие какие-нибудь куколки, представляющие другие страны. Валь, такая тебе не подойдет? Даже не знаю. 3,98. Как, типа как будто чайниз. Давай же. Show us your show talent. Talent show. Очень. You. Анжелика сказала. Это для меня. Вот, слушай, мама. This is like $4, but look. Какая красивая кукла. Ну, это не кукла-кукла, это так, стоять и смотреть. И выглядеть красиво. $20. Ой, это что такое? Ой. Ну, это из сказок. Как будут друзья с вами прощаться? Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и bye-bye.